Всем привет, ребят! И такое вот внеплановое включение, решили по-быстрому снять для вас ролик. Завезли вот такую вот рулетку под названием «Розыгрыш под ключ», да. У нас, сколько у нас ключей вообще? Сможем мы до конца дойти или нет? 28 ключей. 28, а там потребуется 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 33. Чуть-чуть. До чего, да, таких-то контейнеров мы не дойдем, но давай просто потратим все ключи. Ради контента посмотрим, что нам выпадет, какие нам танки выпадут, сможем ли мы забрать мистик третьего уровня. Может быть, даже не с последнего, как обычно, выпадет. Ну, как нам в прошлый раз, вот прошлый ролик не с последнего выпал, а где-то с предпоследнего. Поэтому берем танк на удачу. В прошлый раз тебе танк не помог. Смотри, с первого, мистик третьего уровня. Мечтай. Да. Ну, кстати, объект неплохой. Ну, у тебя он есть, по-моему. Давай сразу откроем. Давай. Погнали. Интересно. Чисто голды, фармим голды. На фарме. Тебе голда. Да. Давай. Погнали дальше. Оп. А у меня, по-моему, тут все танки есть. Ну, прикольно было бы миссии третьего уровня выбить эту голду. Да. Да. Каро. Вот кару нет. Здесь, кстати, 100 тысяч, по-моему, может попасть. Да надо потом было открывать. Ладно, давай потом. Хочешь? Давай потом откроем. Да. Сейчас так просто интересно, давай сразу откроем. Окей, окей, давай сразу. Я открою, потому что я мело выпал. Да, да. 100 тысяч, может, и либо 100 тысяч, либо кару, да. Чисто компенс. Пожалуйста. 750 голды пойдет. Чисто отбиваем голду. Кстати, хотя один ключ стоит сколько? 350 голды. Ну вот один ключ отбил. Это мы уже два отбили, получается. Да. Ну, как раз два я открыл. Два потратили, два отбили. Теперь идет сразу два, это нам нужно будет 700, ну, 800, не, 700 отбивать сразу. 700 голды. БК-шка. 90-0. Давай, либо 1000 голды, либо БК. Ну, 500 голды, хорошо, хорошо. Окей, давай дальше. Погнали. Вот мистик третьего уровня, и сразу до 500 тысяч голды. Вот это было бы просто прекрасно. Но выпадает химера. Да, да, открывай ты сразу. Ладно, ладно, ладно. Мы же договорились, открывай сразу. Да забываем все время. Ничего. 750, ладно. Мы все равно пока что в минус. Просто чуть-чуть в минус, по-моему. Let's go. Ключи увеличиваются. Давайте шансы тоже на мистический третий уровень. Чарп-чур. Я его когда-то тоже из рулетки здесь доставал, потратил там 25 тысяч голды, по-моему, на него. А сейчас он выпадает просто. Не выпадет. Нет, талисман. Талисман. Так, погнали дальше. Не, в этот раз мистик, мне кажется, будет последним. Да, и мы не дойдем, получается. Редко, редко, да, бывает тогда, когда он выпадает не с последним. Получается, мы до него... Vamos! Вот это я сказал. А давай в конце. Вот это в конце. В конце откроем. Пока что. Я его открою, я его выбил. Добьем, так сказать. Добьем вот еще контент. Это было неплохо. Признаюсь, неплохо. Неплохо, да. Не из последнего. Так, Эмилька. Эмилька. 500 голды, хорошо. Блин, вот желательно нам еще просто космос выбить. Просто космос. Так. Ты просто космос. Давай, оп. Оп, оп, оп. Просто космос. Кобра. Давай, кстати, я не помню, кобра. Была здесь кобра или нет. По-моему, даже не было. Кобры не было. Ты да, здесь кобры ее не было. Так что давай кобра. Эх, единственного танка отсюда не было. Нет. Кобры и не выпало, к сожалению. Так, ну на последний ком. Ну это последний. Давай, просто космос. Ты просто космос. Нет. Бачат Бурас. Главное... Надо было бы чат открыть. Да сейчас откроем. Тут главное голдишки, 10 тысяч голды. Вот это было бы неплохо. Самое главное здесь отбить голду. Да! Блять. Танчик есть и, кстати, компенс. Это компенс в серебре. Не, по-моему, голде. Голдишка, голдишка. Это нормально. Мы 8 тысяч голды, кстати, не собирали. Неплохо, неплохо. И теперь за 500 тысяч голды идем. Давай. Идем за 500 тысяч голды. Давай. Выдохнули. Выдохнули. Не то! Не то! Чуть-чуть не то! Не то, надо было 500 тысяч голды. Чуть-чуть не то. Обидно. Ладно, ладно. Ну слушай, хоть один танк попался. И танк попался, и мистик выбили. Получается неплохое открытие, и еще по голде в плюс ушли. Кстати, а что им, я думал, что кара надо убивать, если у тебя есть кара на аккаунте?
Не знаю. У меня кобры не было. Вот кобра. Кобра, да. Но все равно рискнули, попробовали, выбили один танк. Чуть-чуть не повезло выбить голдишка с третьего контейнера мистика, но на это надеяться вообще нельзя. Вот, ребят, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставляйте комментарии, говорите нам вообще, что нам снять. Пишите, какие контейнеры снять, мы обязательно снимем. Можете предложить какую-нибудь еще рубрику или что вы вообще хотите от нас, чтобы мы там играли, мастеров получали. Просто многие пишут, что не надо играть, просто открывайте. Некоторые другие пишут, надо играть. Короче, не знаю, вот. Давайте голосование устроим. Да. Какого мнения будет в комментариях больше, то мы и будем делать. Будем либо открывать конты, либо играть. Да. А так, спасибо, что были с нами. Всем пока.